Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Возвращаюсь к проекту Cash Profit. Это инвестиционный проект, не забываем. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Значит, прошло, друзья, 2 дня. И мой депозит за $7 отработал. Плюс 30% я получила. $9.10. Значит, у меня на балансе 10.50. Кликаю вывод. Прописываю целое число. Без копеек, без запятых. Выбираю платежную систему. Здесь у нас биткоин, трон и лайткоин. Трон. Значит, минимальный вывод трон. $3, лайткоин $5, а биткоин $25. Кошелек у меня автоматически прописан. Кликаю вывод. И, пожалуйста, вывод. $10. Вот они. Идем на кошелек. Вот мой баланс. Плюс 72. 3x. Так. Значит, вот мой депозит, который он отработал за $7. 9.10. Возвращаюсь на панель. Значит, всего у меня депозит $7. Вывод $10, как бы. Далее что? У меня открылся стол, ну или как-то называется, за $20. И я буду делать депозит $27. Кликаю депозит. Платежная система Tron. Сумма 27. Кликаю депозит. Перебрасывает меня на страничку. Пайкасса. И вот эту сумму мне нужно перевести вот на этот адрес. Я копирую адрес. Иду. Трон, видим, у меня вчера вот мои вчерашние выводы, сегодня я ничего не делал. Вот сегодня я только вывела с этого проекта Cash Profit. Кликаю Send. Вставляю адрес, обязательно проверяем. Кликаю далее. И прописываю сумму вручную. 207.37.9. Напишем так, да? Ну, они просят на 10 центов больше, как бы. И тут по курсу. Так, 207.37.9. Так, цент. И отправляю. Все. Я монеты отправила. И что вот видим, да, что они здесь написали. Вот этим зелененько. Переводим выделенный текст на русский. Ваш платеж зачислен. Вот так на Google сделали такую функцию. Очень удобно. Возвращаюсь. Иду на домашнюю страничку. Опускаюсь ниже, и вот мои $27. Значит, я кликаю старт за $7. Можно просто $7 крутить.
Вот, вот мой депозит $7. Возвращаюсь на панель. Опускаюсь ниже. Да, вот. Клику старт. За $20. И мой депозит за $20. Значит, через 2 дня у меня выведу я опять 9.10. Через 5 дней идет таймер, видите, счет $30. Как я уже сказала, можно крутить просто по кругу, ходить $7. Главное не заиграться, так как это инвестиции, не забываем. И напоминаю, в настройках, друзья, обязательно прописать нужно платежную систему, выбирайте, какая вам лучше. Кликайте «Сохранить». У вас такое будет окошко. Пойдете на почту, скопируйте код, вставите в это окошко и кликните «Сохранить». Вот. Не забываем. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.